При храме Александра Невского в Бендерах открыли воскресную школу. Класс прямо при входе в парк. Посещать занятия смогут дети прихожан от 5 до 12 лет. Пока их родители будут на службе, дети смогут учиться. Воскресную школу осветил архиепископ Тираспольский Дубосарский Сава. Здесь будут учиться около 30 детей. Уроки в школе раз в неделю по воскресеньям. Начало занятий в 9 утра. Изучать будут Библию и православные традиции. Религию, самое важное, про Бога, про веру, про добрые дела. Это все, что нужно, то, что касается духовной жизни. Ничего нового, ничего углубленного, все просто, но со смыслом и с огромной пользой для нашей жизни. На уроках дети будут рисовать, петь, смотреть фильмы, а на перемене пить чай. Родители будущих учеников школы оценили условия. В каждой школе есть такой кабинет, оборудован очень хорошо, но будем надеяться, что дети тоже останутся довольны. Главное, ну это очень хорошее дело, конечно. Это у нас третий ребенок, а два старшеньких уже могут посещать занятия. То родители не все могут объяснить, хоть и пытаемся, а если люди это сделают более грамотно, то, конечно, нам это поможет. Дети будут учиться в воскресной школе до 13 лет.